наш технопарк «Горки» здесь стал уже точкой такого спортивного притяжения. Здесь постоянно встречаются, знакомятся новые люди. Хочу пожелать только одного, чтобы все сегодня доехали. С праздником! В деревне Горки состоялся открытый чемпионат Ленинского городского округа «Гонки на выживание» или «Контактный автокросс». Заезд проводит уже в 9-й раз, и так совпало, что в этом году 9 участников боролись за первое место. По традиции стартовую позицию определила жеребьевка. С приветственным словом к спортсменам обратилась начальник территориального отдела «Горки Ленинский» Светлана Литвинова. Я поздравляю вас с очередным этапом. Я желаю всем успеха, пусть победит сильнейший. Этот вид спорта похож на автокросс как общим сводом правил, так и организационными положениями. Однако гонки на выживание – это прежде всего шоу. И поэтому задача участников не только обогнать соперника, но и войти с ним в контакт. Все гонщики хорошо подготовлены. Некоторые из них работают каскадерами. Несмотря на опыт участников, на трассе случаются непредвиденные обстоятельства. Там сложная поломка, не уверен. Ну, у него хорошие механики, может быть, и починят. Там надо снять поддон масляный и масляный насос поменять. Но только хорошая бригада сможет это починить. Андрей Ельцин смог осуществить свою детскую мечту и стал профессиональным гонщиком. Он уже 10 лет принимает участие в заездах. Его машина всегда на ходу. Готовимся долго, надо технику всегда подготовить. Тут все, много очень нюансов. Гонка динамичная, на нее приятно посмотреть. Адреналин зашкаливает не только у соперников, но и у зрителей. Болеть за участников приходит всей семьей. Брат мой участвует в гонках на выживание. Вот мы приехали всей семьей болеть. И родители, и мои дети. Вот самый маленький, 1,5 месяца. Я на этих гонках первый раз присутствую. Мы приехали всей семьей, 2 сына и супруга. В этом году первое место занял Антон Рыжиков, номер его машины 88. Со вторым местом поздравили Антона Березкина, номер 63. Третье место у Андрея Ельцина, 52 номер. Гонщикам, которые не попали в тройку лучших, вручили утешительные призы. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.